You've got to stay on track. Stay on track. Watch your back. Stay on track. Stay on track. Stay on track. Ooh, watch your back. Stay on track. You've got to stay on track. Watch. Stay on track. Stay on. Stay on track. Ooh, watch your. Stay on track. You've got to stay on track. Stay on track. Watch your. Сейчас Австралия озаботилась маклерами для недвижимости. Озаботилась в каком плане? Дело в том, что, ну, к примеру, возьмем там, не знаю, парикмахеров каких-нибудь или электриков. То есть это люди, которые как-то там учатся и потом делают свое дело. Что касается маклеров, то туда просто приходят и начинают продавать дома. Впаривают покупателям всякую хрень, вот, то есть консультируют их неправильно и так далее. Вот. И сейчас решили этих товарищей прижучить и лицензировать их деятельность. И по собственному опыту, то есть я встречался с маклерами для недвижимости, которые показывали недвижимость для аренды. Ну, это просто, я не знаю, сказать, что бездарности. Ну, не знаю. То есть, такое впечатление. Да, в принципе, может, это даже не впечатление. То есть, человек приходит показывать недвижимость, он сам ее видит впервые. То есть, ты задаешь какие-то вопросы, они на тебя хлопают глазами, говорят, понятия не имею. То есть, вот это вот все отношение маклеров к покупателям, к снимателям квартир и так далее. То есть в Германии, по крайней мере, да, там это тоже особо не лицензируется, вся эта деятельность. Но, по крайней мере, маклеры практически знают все про квартиру. То есть они поднимают документы, там что-то читают. То есть ты можешь задать там